Эту миссию можно выполнить только одним способом, который раньше любили во время вьетнамско-американской войны. Если ты сейчас разобьешься... Это называется камикадзе, блин. Нет, камикадзе! У нас одна жизнь, не надо. Другого я не знаю, как можно уничтожить. Видишь, за то, что мы самоубились, 200 дали. Молодой человек, вы не заплатили за проезд. Ну-ка, быстро пошли вон отсюда. Полундра. Давай, первый тест-драйв туда. Попробуем. Раз у нас автобусом ничего не вышло. Как тебе там? Удобно сидеть? Да, нормально. Скорость максимальная. Сейчас ты полетишь, как птичка. Только я тебя огорчу. Ты не птичка. Я представлю, что я воробушек. Воробушек. Ну как тебе там? Все видно? Да. Каждый день бы ты катался. Все, это максимальная высота? Нет, набирает еще. Страшно? Ты, главное, вниз не смотри, и все нормально будет. Да мне один раз посмотри вниз, и обосраться, и все, боясь пойдет. Ты еще добираешься? А? Еще набирает? Да, вполне. Иди мне ищи такой же автобус. Короче, сейчас полетим с тобой туда, на это, там где стройка идет или что там, каньон. Давай танк пойдем. М? Танк. Танк? Мы его не угоним. Ладно, надоел ты мне, иди отсюда. А зачем ты вышел из машины, дурак? О, я быстро лечу. Она не разбилась. А ты умер, да? Нет. Ты выжил? Я же парашютик. А. Сейчас я опущусь. Садись ко мне сразу. Поехали туда. Вы точнее полетели. Где эта машинка? Вот она. Чё там она? Выжила? Чё с ней? Это нужно видеть, я её расплющила. Но она едет. Говори что-то громче, я неплохо слышу. Её расплющила. Наш автобус пропался. Я нашел нормальную машинку. Сейчас. Забей. Да чё, она почти как автобус. Давай, садись. Ну, почти как автобус. Да, мы должны протестировать более крупную рыбку. Понятно. Как это у меня получается? Я не знаю, я приземляюсь, иди давай, садись. Вообще дверь выломал. Вон он. А. Садись. Все, полетели. Мы просто если сейчас еще и ту поднимем, она же там весит. Сколько я читал, около 30 тонн где-то примерно. Это такая машина. Так мало. Ну, не знаю. Если источник не врет, то это нормально. Так, ищем ее, где она тут? Где ты, собака? Ты видишь желтую машину? Нет. Блин, когда она нужна, ни хера ее нету. А когда не нужна, их тут 5 штук стояло сразу. Разве тут? Да, в этом каньоне. Да,
Да ну и нафиг. Реально, когда не нужна, она не нужна была, и тут 5 штук стояло. Что, тогда тоже весело было. А? Тогда тоже весело было. Ну да. Ну так, что у нас тут есть хоть? Ладно, полетели тогда искать машину какую-нибудь. Да не стреляй, ты не привлекай внимания. Не привлекай внимания? А ты летаешь, ты не привлекаешь внимания? Вон она. Где? А, или это... А, не, это херня какая-то. Похоже на машину. Ну что ж, не в этот раз тогда. Вот какой-то джипик. Ну да, я к нему лечу. Иди усаживайся. Выпрыгивай нафиг. Ты мне здесь не нужен. Меня не сбей самолетом. А? Вертолетом. Давай, встань где-нибудь на дорожку, чтобы я смог себя подобрать. Да ты также на одном уровне летать, я подъем. А, блин. Только ты это, слышишь? Не вылезай из машины. Сиди не до конца. Вот, подъезжай, подъезжай, видишь, я почти. Я почти. Да что? А это... О! О! Ну. Выцепил. Отлично. Полетели. Блин, я хотел бы вот эту Годзиллу выцепить. Так, куда я тебя что хотел скинуть-то? Вот а? Эта машина потяжелее, чем там. Ну да. Чуток так. У нас одна звезда. У меня. М? У меня одна звезда. Но они меня не поймают. Действительно. Итак, что у нас здесь? А здесь находится тюрьма. Я тебя сейчас прям в тюрьму скину, чтобы тебя сразу посадили. Смотри, слышишь, как они там внизу бегают? А нет, не, у меня 4 звезды. Да ладно. Ты куда меня привел? Теперь меня реально ищет. Сейчас мы протестируем тебя на прочность. Сиди мне до конца. Я тебе говорю, что наша страховая, которая твою жизнь застраховала, они утверждали, что ты в этой машине нужен. Ну, то знаю. Меня стреляют. Да? Сильно? Да. Ну, мой вертолет. Сейчас я тебя скину. Ой, знаешь, вертолет. Живой? Живой? Ну да, живой. У меня плохо парит. Выжил. Как будто комарик укусил. Сука. ХП там вообще пищилечку отнялось. Идите нахрен. Зато от полиции оторвались. Ну да. Вот собака такая, иди сюда. Бум. Так, ладно. Ты это, застрели меня. О, стой. Стой, встань на месте и стой. Чё я хотя бы не А говорю? Ладно, хватит.